Я понимаю, что мир не стоит на месте, но с каждым днем он становится настолько опаснее, что даже таким старым криминалистам, как спецслабе, хочется залезть под подушку. Что это? Не будем перечислять всю кровяку, и так понятно, что больше половины будущих преступлений уже в ближайшие годы будет совершаться с применением дронов. Не знаю, поможет вам то, что мы придумали для защиты дома в современном мире, но после просмотра этого ролика вы уже не сможете спать спокойно. Вот вы сидите у себя в доме, в соседней комнате уже что-то готовит для вас дрон. Как-то сложно привыкнуть к новой уязвимости. Если раньше, чтобы диагностировать опасность, мы сосредотачивались на внешней территории, нет ли там наблюдателей за вашим расписанием ухода-возвращения домой, и было легко предотвратить предстоящую криминальную проблему, достаточно вычислить сам факт наблюдения и показать его хозяину. Дальше было дело техники, ну и отдельного сюжета. То теперь злоумышленники могут удаленно отследить всю вашу домашнюю жизнь, не приближаясь к вашему дому. Даже в какой комнате вы спите или как часто ходите в туалет. Особенно это касается богатеньких любителей красивых домов с большими окнами. Действуют они на больших расстояниях, не подпадающих под камеру дома. Поэтому вся надежда только на тот сам факт появления дрона. Сумеете заметить, будете предупреждены. И это уже немало, поверьте старым безопасникам. Но нельзя уходить в паранойю, постоянно прислушиваться и искать глазами в окнах, не летает ли поблизости дрон. Во-первых, они стали бесшумными, во-вторых, вас заметят раньше и примут все меры, чтобы не попался на глаза. Вы даже не представляете, насколько больше преимуществ у того, кто смотрит снаружи, не говоря уже о времени, когда у вас в доме включен свет. А если не включен, то камера прекрасно видит и в инфракрасном диапазоне. Если раньше к вашим окнам было трудно подойти близко, так как их ограждали заборы или высота... Вот нет никого! Ну как нет никого? Посмотри внимательно! Шукерман, ты! То теперь ваша частная жизнь как на ладони. Пугает и тот факт, что подразделения полиции и Росгвардии тоже начали массово закупать для себя квадрокоптеры с видеокамерами. Мы не знаем, кого вы больше боитесь, но можем предложить вам видеодетектор дронов. Нейросеть от спецслаб обучена распознавать дроны в любых их видах и освещенности. Сообщение с видеороликом пролета будет приходить вам на домашний планшет типа домофона или на мобильный телефон. Мы обучали нейросеть для военного заказа, поэтому она может видеть дрона даже с камеры другого дрона в движении, когда сама камера системы видеонаблюдения тоже летает. Сбоку, сверху, что особо важно, снизу. По сути, ничего сложного в нашей технологии нет, но польза может стать очевидной. Тот, кто уже пользуется системой Go на нейросетях, достаточно провести бесплатный апгрейд до новой версии. То есть вы не добавляете затрат. Видеонаблюдение по-любому нужно для дома. Ставьте не абы какое, а с нейросетями, умеющими и дроны распознавать, и людей, и автомобили. Теперь это более чем доступно. Бесплатную версию на 4 канала, где один уже работает с нейросетями, вы можете скачать с нашего сайта прямо сейчас. Она будет работать с любыми камерами, и уже одна из них сможет реагировать на квадрокоптеры. Увы, рано или поздно вам придется обращать внимание на этих маленьких летающих жучков. Thank you.